что мы сейчас рассматриваем, о химии, а ты все Пушкина читаешь, она за химию. Сильная или слабая? Это значит больше химии. У нас строится школа в поселье. С 54-й школы дети туда посельские должны будут перейти. И если все-таки будет построена школа ХОЭТБЕ, с 37-й школы дети тоже туда перейдут. И, в принципе, проблема трехсменной на левом берегу снимется. Ну вот прямо вот гарантировать, что она в 22-м году ликвидируется, мы не можем. Но общие тенденции к тому, что она все-таки заметно сократится в разы, она, конечно, есть.